Я решила проверить на прочность одну из кофеен с правильным приготовлением кофе. Это у нас Refinery Hard Coffee. Приготовили мой капучино. Вот так он выглядит. Красивый рисуночек. Сделали нам тюльпан. Ну что, попробуем оценить вкус. Достаточно неплохо. Сочетание пенки и кофе очень даже неплохое. Вкус приятный, мягкий. Итак, подача. Подача достаточно все красиво, вычурно, но посуда уже немножко такая бэушная. Производитель, в принципе, популярный, но вот чашки все немножко уже затасканы. Ну что, кофейня позиционирует себя как специалити кофейня, но меню достаточно у них стандартное, есть обычные напитки, также есть молочная, капучино ложка. Очень красивый интерьер, хорошее освещение, удобно, комфортно, в принципе, все хорошо. А также второй плюс – это очень дорогостоящее оборудование, оно помогает готовить вкусный правильный кофе. Кофе у них свой собственный, им обжаривает другая кофейня за нас. С минусом, наверное, это персонал, который без формы, плюс неприветливый, нет улыбок. Второй нюанс – это то, что посуда немножко затертая. Можно было бы уже немного обновиться. И третье, то, что спешалити, в принципе, я не могу сказать, что это спешалити кофейня. Спешалити тут, наверное, только кофе и то, которое им обжаривает другая кофейня. Тем не менее, ну, красивый, уютный уголок. Да, можно зайти попить кофе, но не высшего класса.